Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет опять трэш-контент. Мы будем выбивать недостающего героя Бабузину с коллекционера, который у нас проходит в день обновы. Не знаю, сегодня мега-эпический день, куча видео придется заснять. К сожалению, не смогу толком заснять про обнову, потому что много аккаунтов. Но зато будет куча роллингов разных. Вот такой вот у нас аккаунт моего подписчика Паши. С ником Пушистик, не знаю, возможно, его девушка, жена там или дочь играет, но ник, конечно, веселый. У нас есть 201 тысяча самоцветов, накопленных за 4 месяца, хотя аккаунт донатный, но он копил под сокровищницу, чтобы достать Некроса, но, к сожалению, там и этой суммы может не стать, не хватить. Находится он в гильдии Добро. Вторые, третьи места, битвы гильдии, атака фортов, собеседование в телеге Disreland. Вот такой вот ник. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия активна, 75-75. Дай посели, смотрю. Неплохая, свыше 120-150. В общем, кидайте заявки, вступайте. Так. Давайте посмотрим алтарь. Отлично. Ну, вот это правильный аккаунт, я вам скажу. Супер. Вот заходишь и приятно смотреть. Доната не так уж и много, а герои действительно хорошо собраны и вкачаны. Притом на такой силе вообще огонь. Дальше по талантикам, конечно, у него печалька. Ну, это все временно. Ему не хватает рибета, не хватает новой бабки. Тут я по судьбе смотрел, как обычно просматривал. Ну, тут Некрос донатный, вот здесь рибета не хватает, ну и бабки. Все остальное у него есть. Вот так вот. Огнекрыл, ну, само собой не хватает огнекрыла, там еще много донатных героев. На разрухе не хватает, потому что мало доната пока до разрухи. Так. Вот такой вот у нас сегодня будет коллекционер. Ролить мы будем на 100к. Ну, за 100к. Сейчас посмотрим на рандомчик. Первый аккаунт в роллингах. Интересно, что же будет. Так, окей. Поехали. Сразу же нам ворожей падает, нифига себе. Вот так вот. Первый тык и сразу имба. Атлант. Мне, к сожалению, этот герой пришелся очень и очень недешево. Ну, в принципе, я где-то так и рассчитывал, потому что последние роллинги было все подешевле. Душегуб, Асура, неплохо. Падает хорошо. Так, Суккуб. Тесса. Королева Гарпий. Ну, Бабузина, где ты, где? Медузка. Ниндзя. Плохо, когда на аккаунте есть все, что хочешь. Уже ничего не надо, только один герой. Так, Купидончик. Ну, что-то как-то. Ну-ка. Призрачный всадник, Паладин. Так, Варлок. Ну, не то, еще один Паладин. Повелитель Фрей, я бы так назвал это. Так, а ну-ка сейчас посмотрим. Еще и фея выпала, еще и рыцарь выпал. Друид, Дед Мороз, Леди Лео, Паладин. В общем, падает отлично. Так, хочу посмотреть. Да, мы уже собрали. То есть в районе 40 тысяч можно собрать слизней. Получить 100к орденов. Тоже неплохо. Ну, поехали дальше. Нужен хранитель Кенди.
Ну и бабуля нужна. Давай, Махатма, приди. Так, Хрон. Малышник. Да ёпта, вот это да, 50к, ребят, 50к, и есть недостающий герой, блядь, больше рад, чем за себя. Рад, потому что, блядь, выбил все-таки за 50-ку и не за 600, блядь. Ну что, поздравляю от души, у тебя есть недостающий герой, блин, круто, сейчас, минутку. Так, огонь, просто огонь. Удачное начало, надеюсь, так будет на всех аккаунтах. Так. Поехали ролить талантики. Хранителю Ремочка, Анубиса нужен талант Наврон и Асури Бастион или КК. Так. Ну что, поздравляю. Герой очень хорош. И у тебя он уже есть. Блин, что-то я далековато залез. Так, давайте заберем призы. Отлично, еще и хранителя забрали. Огонь, огонь просто, ребята. Вот это начало. Прея, блин, ну имборол. В общем, уже имборол. Можно так назвать. Так, окей, 50к у нас есть на талантике, поехали, посмотрим на бабку, с чем она у нас родилась, с богом войны, ну что, поехали, за самики карты я ему оставлю, так, мне забрали коробочку. Талантик я ему этот оставлю, пусть он будет, он уже сам решится. Сейчас мы выбьем, я надеюсь, выбьем нужные нам талантики для нужных героев. ТУшка, такое себе, ну такое. Так, ТУшка, где его химка? Отлично. Отличненько. Поехали. Будем ролить на бабульке. Ракушка. Ракушка, ракушка. Так, отлично. Пятерка уже нам даже выпала. Ну, давайте. Давайте сюда берс поставим. Так, не на том. На бабуле ролим. Бабуля должна быть сегодня везучая. Так, каменка. Ну, у него тут, думаю, у всех пятерки. Нет, не у всех. Отлично. Силу хоть немножко подымем. Собака ты такая. Ну, это гон, ребята. Вот это оно. Вот это оно. Так, ну что? Хранителю Ремочку просил. Так. Самое главное не прогадать, это первый хранитель, смотрим внимательно. Один, не один. Хрон, 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 да. Так, поменять, заменить, окей, поздравляю, у тебя сегодня лаки ак. Так, 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 побежали, побежали, побежали. Атакующий талантик нам нужен еще. И на Асурика что-то...
Блять, ну это вообще пиздец. Дальность увеличивает атаку, снижает урон. Ну, блин, не знаю, я поставлю на бабку. Вот я просто поставлю на нее. Сделаю вот так вот. Вот так вот. Но это просто жесть. Это просто жесть. Я, честно говоря, в шоке. Вот это да. Бабка везучая у него. Так, корка. Корку, ну я поставлю на Фрэнки, там тут баст. Ни туды, ни сюды. Просто вау! Блин, ну что я могу сказать? Где там его Асура? Хотя тут и Одир есть, а что у него с ворожаем вообще делается? Так, отлично, ворожей, понятно. Одержимый, я думаю, он на атаку будет его качать. Так, Рину, заклинательница. Ну, он хотел Асури. Значит, ставим Асури. В принципе, у меня на Асури был на основе. Отлично смотрится. У него еще в запасе есть новый талантик. Вот так вот, ребят. Нужен атакующий талант на Анубиса. Я не поставил этот талант, потому что... Потому что не поставил. Так, ну... Повелитель бури, отлично. Что я могу сказать? Вот это эпик. В день обновы, да? Я уже не знаю, честно говоря, кому ставить это все. Просто жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, ну я поставлю одержимому, скорее всего. Хотя нет, я поставлю бигу. Вот так вот сделаем. Поехали дальше. Бабуля у него, короче, везучая. Мега везучая. Я даже не знаю. Просто раскидываются пятые таланты на бабуле. Я не знаю, она какая-то у него читерная, походу. Еще рвение, ремка. Конечно, жалко первое, но... Смотрите, как, блин, таланты новые проскакивают. Жестко. Разброс. Так, ну, я думаю, у него душек с разбросом уже. Да. Так, череп корка. Вот, черепу поставим. Отлично. Пусть будет с разбросиком. Блин, ну круто. Столько нападало талантов. Ой. Ой-ой-ой. Так, ну я четверки буду пропускать. Не нужны. Нам нужен атакующий талант. Да, это одно из топовых, ребята, будет видео на моем канале по поводу роллинга. Был у нас еще начальный аккаунт, кто смотрел. Там тоже получился трэш полный. Так, ну тут ТУшка. Замедление. Ставлю пока сюда, пусть будет там пятерка. Поехали дальше. Просто изи. Изи ак. Изи ролл. Ну, что? Я делаю вот так вот, делаю заменить. Все-таки бог войны будет получше. То, чего он хотел. То, чего он очень хотел. Мы уже исполнили, в принципе, вполне. Давайте еще. Так, ну это... Это, конечно, круто. Кому поставить? Сейчас кому-то поставим вторым талантиком. Так, он уже прокачанный. Тыковка, стрелок. Рея, Анубис.
В принципе, поменяю, поставлю одер. Это получше, чем даже тот баст. Ему тот баст ни туда, ни сюда. Так, окей. Так, четверка не нужна. У нас еще 20к осталось. Блин, просто капец сыпят, офигенно. Так, четверка берс. Это кому-то надо на прокачку. Давайте вот сюда его влепим. Почему нет? Да, 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 вот это огонь. Так, интересно, у него ресурсы есть на прокачку? Ну, ресурсов не ахти, конечно. Вот я рад, что убрали эту табличку, можно нормально теперь жорить. Хотя бы видно утекание, утекание, утекание. Ну такое, блин, я даже не знаю. Поставлю сюда, ему на некоторые локации будет нормально. Так, окей, поехали дальше. Конечно, оторвение падает офигенно у него на аккаунте. Может, это у себя паролить. Так, бег. Я сделаю так пока. Пусть будет у него подвижный дракон. Так, ну 5к, да, еще один топ-талант. 3. Смотрите, как рвение выскакивает. Оп, оп, оп. Все, ребят, на этом мы закончим. Вот такой вот был мега эпический Коля у нас на этом аккаунте. Ну, че, Паш, поздравляю, у тебя все теперь есть для удачной игры. Удачи, а с вас, ребята, по лайку. Это был топ-контент. Все, всем пока.